я никак не могу понять, почему в игре камень, ножницы, бумага побеждает камень. Я могу понять, как камень побеждает ножницы, как ножницы побеждают бумагу. Но я, блядь, никак не могу понять, почему бумага сильнее камня. Предполагается, что бумага магическим обернется вокруг камня и обездвижит его навсегда. Тогда почему бумага не может обернуться вокруг ножниц? Хрен с ним с ножницами! Почему бумага не может делать то же самое с людьми? Вы часто видите, как каких-нибудь людей засасывают в бумагу? Никто бы и не покупал газет, если бы бумага оборачивалась вокруг людей и парализовала бы их. Но этого почему-то не происходит, а знаете, блять, почему? Потому что бумага слабее всех. Камень! Разговнит сраную бумагу на части! Когда я играю в камень, ножницы, бумага, я всегда выбираю камень. Когда кто-то говорит мне, что он побил меня бумагой, я бью его в челюсть и кричу: «Ой, да блин, извини, я думал, что твоя сраная бумага тебя спасет!»